Поэтому его задача хоть на 2-3 месяца посадить, дискредитировать. Но, конечно, у них планы дальше. Посадить на какой-то короткий срок, за это время еще какие-то иски бросить и постараться еще лет на 5-7 посадить. Таким образом, парализовать политическую деятельность, дискредитировать человека и одного из активных противников режима, таким образом, изолировать. Добиться, чтобы не было сильного оппонента за пределами страны. Но какой бы исход ни был, что бы ни происходило, я могу просто сказать, что я с этим режимом боролся и буду бороться дальше. Потому что он не дает возможности жить и дышать не только мне, он не дает возможности дышать в принципе всем гражданам страны. Я гражданин этой страны, я буду бороться, чтобы страна была свободная. И в какой бы я ситуации ни находился, борьба моя не остановится, пока я живой.